Привет, ребята, мне прислали вот такую штучку, новый тангем, да? Так что давайте распакуем, посмотрим, что это такое и так далее. Погнали! Что хочу сказать, ребята, если вы захотите купить этот wallet после этого обзора, можете использовать промокод CryptoLeo, будет 10% скидки вам на покупку этого девайса. Отсылают по всему миру, да? Так что не стесняйтесь. Так, ну что, ребята, получил я тангемовский wallet, да, прислали они мне новые wallet. Это на две карточки и на три карточки. На три карточки я уже открыл, да, и на две карточки вот так закрыто у меня вот лежит, видите, вот такое. То же самое, прикинь, я его просто открыл только что для видео, да, чтобы не показывать ножи, потому что YouTube уже не любит ножи и так далее, чтобы мой ножик, вы все помните. Просто берем, открываем его и видим, что тут лежит у нас три карты тангемовские, да. Вот сразу же могу сказать вам первое, да, что они как-то в руке ощущаются получше, чем, например, старая карта Тангем. Я не знаю, почему, может быть, из-за того, что, ну, но это вот первое впечатление, я еще ту даже не трогал, а просто вот у самой карты такое ощущение, как будто она, блин, не из простой пластмассы, а из чего-то сделана, да, и видите, гнется она не так сильно, да. Давайте посмотрим, что дальше тут. Инструкция, как ставить, все. Да, все, больше ничего нету, да. Тут написано то, что этот кошельки могут существовать 25 лет плюс, да, и работать могут 25 лет плюс. Давайте его сравним со старым, который я ношу все время у себя в воллете, да. Вот здесь с карточками. Подожди, я достану его. Вот так я его ношу, да. В кошельке все время у меня. Вот старый, вот новый, да. Форм-фактор точно такой же, да, что и у старого, потому что форм-фактор визитной карточки или банковской карты. Ну, вот, да. Хотя одинаковые, может быть, да. Ну, вот видите, вот здесь белая, да, у него, я не знаю, фокусируется или нет. Здесь чисто черный материал, да. И там очень прикольный. Хотя, не знаю, да. Очень прикольно, да. И дизайн более, типа, черный, без ничего. Здесь еще были вот такие разные, там, штучки нарисованы, да, и так далее, да, как-то вот так, вот с обратной стороны тоже так же видно, здесь просто написано Apple Google Play, а здесь уже ничего не написано, то, что типа просто черная карточка, более такой дерзкий режим, наверное. Работает все так же, да, как и старая, да, наверное, просто прикладываешь к айфону, ну, где, вот, видите, приложил Open NFC in Tangem, и он его открывает, да. И, окей. Это, ну, мой кошелек тангемовский, да, там, окей. Биток у меня тут хранится и так далее. А сейчас нам для того, чтобы добавить, вот у меня сейчас это старая карточка, да, но на новых карточках у нас большой плюс, это то, что мы можем уже делать сид-фразы. На старых карточках этого не было, да. И, типа, была только карточка, да, и все. Ты использовал только карточку, да, и у тебя не было, типа, сид-фразы. Сейчас же у вас есть эта возможность, да. В моем случае это делается просто вот, я думаю, вот сюда надо зайти. Да, вот здесь, Add New Wallet, да. Типа, отсканируй карту. Окей, отсканировал карточку, да. Тангем, окей. Так, тут у нас Create Wallet или Other Option. Что у нас в other option'ах есть? А, вот здесь. Use seed phrase. Видите, у нас тут. И можно нажать generate seed фразу, да? И он нам ее выдаст сразу же на 12 слов. Все, потом нажмем continue. Так, на 12 слов. Давайте сделаем по тупости скриншот. Такого делать нельзя. Окей, got it. Continue. Все, so let's check, он говорит, типа, давайте проверим. Второе, седьмое, одиннадцатое слово. Никогда не фотографируйте свою сид-фразу, ребята, нельзя это делать. Create wallet. Окей, ready to scan. Все, давай сканируем. Все, просканировали, добавился, да, он, все. Так, потом делаем add backup card, да, скажем. И уже добавляем бэкап-карточку сюда. Все, добавили вторую карточку мы, да? И все. И еще одну можно добавить, это третью, уже не буду ее добавлять. Окей, погнали. Все, дальше.
create access код, нажимаем access код какой-то, введем, скажем, ABCD, да, continue, ABCD. Выводите сильные коды. Scan the primary card. И видите, тут время пошло, отсчет. Они на нее записывают сейчас это все. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все, primary card добавлена. И скан карточку номера, вторую карточку, опять-таки он на нее записывает, видите. Все, на нее тоже записалось. И, видите, все, continue to my wallet. Поздравляю, у вас создан кошелек, да. Continue to my wallet, да. И здесь будет уже не тот wallet, который у меня есть, да. Видите, можно переключаться между старым, скажем, и новым, да. И видите, тут сразу же адрес биткоина, да. Чем мне нравится этот wallet, то что не надо никаких, вот, скажем, в случае SafePal, да, там, надо его это, ну, сканировать, да, QR-коды и так далее. В случае там других вольтов по Bluetooth подключаешься, да, там, в случае еще с чем-то, еще с чем-то. Здесь просто приложил карту, да, вот, ну вот как сделаю. Давайте, что у меня тут есть, чтобы отправить, да. Вот в Tron есть, и 10 USDT у меня тоже есть, да. Давайте так сделаем. Сделаем этот wallet, создадим на новой карточке Manage Token, да, USDT добавим. И видите, вы можете добавлять любой сети, он тут есть, да. Нам нужен TRC20. Где он? Вот Tron. TRC20, Save Changes. Мое лицо он хочет. И добавь, и карточку надо приложить. Думаю, первую карточку приложили, и все. Видите, он добавил и Tron, и USDT в TRC20, да. Сейчас мы делаем что? Просто берем, скажем, то есть нам нужен этот адрес. Тут делаем Receive. Тут делаем, видите, копию делаем адреса. Опа, поймали его. Back. Так, так, USDT. Отправить USDT, да, там. Send. Все, на него берем. Сюда копируем, вставляем. Я вам просто показываю, как он работает. Да, там. 5 баксов берем. Окей. Фи 32 трона. Окей, базара нету. Окей. Все, try face ID again. Ну, у меня face ID. Send. Окей. Блин. Cancel. Так, send. Давай по лицу. Окей, приложили эту карточку. Главное, окей, done. Окей, Sasus will send, и он отправит сейчас 5 баксов. Транзакция отправится на второй wallet у меня, и здесь появится она, видите, тут сразу же 5 бычей должно появиться. Видите, все уже, 4.99 есть, вот 5 USDT у меня есть. Да. Очень прикольно сделан он тем, что добавляете сюда всякие токены, manage токен делаете, тут их куча, прямо уйма, да. Тут есть и биток, и эфир, и всякие мем-токены. Хобби есть, да, там, в сети эфира, да, там, какой-то... Чего только нету, да, даже SafePal токен есть и в эфире, и в BNB сети есть, да. Так, и ворона есть. Что есть? OneInch есть? OneInch. OneInch есть в эфире, в BNB, в Avalanche, в Polygon. Молодцы. Короче, во всех... В нормальных сетях он есть. Тезер во всех сетях есть. Видите, ну вот сколько сетей для Тезера. Solana тоже есть. XRP есть, да. USDC есть, да. Avalanche. Dogecoin есть и в BNB Smart Chain, и в Dogecoin Smart Chain, да. Там. Так, биток у них есть. Биток в мейне есть у них, да. Там. Так, биток. Все есть, да. Там. Эфир тоже есть, да. Можно сразу же отсюда уже взять и свапнуть его эфир на биток, да. Мне нравится то, что можно добавлять много разных токенов, можно их использовать. Хотя у меня тут использованы только вот эти, да, которые есть. Ну, троны и эфиры, и битки, да, и все. Потому что я на них храню именно то, что всегда у меня должно быть под рукой, в кармане и так далее, с кошельком моим. Потому что он всегда находится со мной. Кошелек я всегда ношу с собой. Что могу сказать, ребята, насчет этого wallet? Мне он очень нравится. Мне прошлая модель нравилась, да, которая не давала сохранять сид-фразы. И вот эта новая модель, которая дает уже сохранить сид-фразу, да.
Так что для меня, как бы так сказать, и то было безопасно, и я всегда тангент таскаю с собой, так что у меня будет сейчас эта карточка тоже с собой, да? И у меня будет запас, типа, вот эти две карточки будут, типа, чтобы восстановить, если что, вдруг. И будет еще сид-фраза, чтобы восстановить еще wallet, да? И это очень прикольно, потому что, ну, все может произойти, да? А сид-фраза должна быть. Мне почему-то так кажется. Как-то так. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. С промокодом CryptoLeo вы получите 10% скидки на него, так что используйте его, и все ссылочки на них будут тоже внизу в описании. До скорых встреч, ребят, пока!